так вот сжаться в полосочку в одну. Шансы разъебаться стремятся к... Конечно, трюк классный, да. Ну это крейзи, что ли, ну. Я расскажу вам маленькую тайну, что сегодня приехал к Стова спустя... Сколько, Никит, меня не было здесь? Недели 4, наверное. Ну, короче, месяц. Месяц я отсутствовал из-за того, что у нас в Нижнем закрыли мост, и я ездил в Москву. Приехал, наконец-то, покататься. И когда катался, я обнаружил, что у меня вот здесь вот... А там все равно не видно, я снял уже отдельно. Две классные трещины, вот такие вот. Буквально тогда... Неделю назад, да, Лёха, ведь слом раму ебнул? Тоже недели две назад. Ну вот, короче. Я как раз в этот момент вилку сломал. Короче, парк мстит там за то, что мы пускаем сюда самокатеров и проклинают наши велики, и у нас они ломаются. Вот. Сегодня у нас будет челлендж, выгоняем самокатеров. Сегодня у нас будет челлендж. Сегодня мы проверим, насколько безопасно кататься на сломанной раме и получится ли мне ее сложить так, чтобы оторвать рулевой стакан. Ставь лайк, если хочешь, чтобы я оторвал рулевой стакан на время флипа. Я не знаю. Вот, а мы будем играть в бэк? Ну, можно попробовать. Ну, погнали. Опа. Может, сквотер попробовать? Давай. Нет. Просто играть в бэк нам скучно. Помимо того, что у меня сломана рама, мы сейчас придумаем себе челлендж в виде вот этой палки. Задача при заказе трюка как-нибудь использовать вот эту хренобобик. Типа нужно что-то с ней сделать. Пнуть ее можно вот. Раз. С нами? Ага. А что? Да, да давай, хорош. Ну давай. Ну сразу сольешься и похуй. Раз, два, три. Раз, два, три. Ты же вылетел. А я не вижу просто через камеру. Я вылетел, ну ладно, давайте. Да. Я автоматически проигрываю. Я не буду его называть, это будет сюрпризом. Окей. Нужно сказать что? Надо сказать, типа, угадайте трюк в комментарии. Не, такой не точно угадаю. Ну ты точно, ты уверен? Да. Пацаны, дайте проверим, угадаете вы. Блять, не видно ни. Во. Проверим, угадаете вы трюк Никиты в комментариях. Байт на комменты, топовый. Ставь лайк за топовый байт на комменты. Даже Никита лайк не скажет. Никита, ну Никита, скажи лайк. Я лайк, но ребята. Е-е-е. Давай барчик. Давай. С нее или на нее? Давай на нее сначала. На нее, да. Я просто боюсь с нее. Я боюсь, Дим. Я боюсь. Блин, а это стремнее, чем кажется. Так вот сжаться в полосочку в одну и закрутиться, и сделаться. 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 Это ты не, вообще в этом как бы плане не контролируешь ничего. Тут судьба решит, сделаешь ты или нет. Че, он вылетел сразу, да? Он без квалификации. Давай, заказывай что-то. Ребят, так сказать, первую попытку вы видели, которую я не сделал. Попробуйте догадаться, сейчас будет проще. Смотрим. Сука. Ну нет, не считается. Ты великом там чиркнул чуть-чуть совсем. Незаметно ну, даже. Это можно так делать. Как бы главное, чтобы ногами сюда встать, пробежаться а, и сделать. Ну ладно тогда. Тогда ладно. Беру велик в руки, а у меня прям бифтит рама. Очень странно. Сама по себе. Ага. Максим, тут подписчики говорят, что ты велосипедом не коснулся. Это перевыполненный челлендж. Понял. Да? Фуджем. Можно, в принципе, ее, короче, перевернуть. Нет, так никакой не интересно. Ну, согласен. Ну, вон эти, как бы, смысла нету делать, если не уедешь. Треху? Да не, давай вид попробуем, чисто да. Вот так вот. Ну, чисто давай. Охуенный вип, братан. Ну давай еще разочек. Типа, пока не закрутишь. Ну, на самом деле, мне кажется, я бы сделал. Ну, типа, тут уже такое. Немножечко очково так. Как, покажи.
Не настолько буквально надо было показывать. Ой, извините. Take two. Так. Это было пиздец опасно. Я ни капли не испугался. Все. Ну ладно, я последний раз пробую. Типа. Ну давай. Не получится, что-нибудь другое прикольное. То я тогда закажу вип. Я сделаю скриншот из этого обязательно. Это крейзи, что ли, ну? И на самом деле не сложно. И даже не страшно, когда получилось. Но очень некомфортно. Чего? Я... Так, я перелетаю. А. На Смит неплохо. Спешл фо Никита Зверев, вип на эту штуку, только не говорите ему, он уйдет с канала. Сейчас дам свой канал. Что я могу сказать? Ну нормально. Но делать я это не буду. Я бы даже сказал нормально. Заказывай. Он что-то явно придумал. Что это? Охуенно объяснил. О, братаны, я походу узнаю, что это за трюк. Ну а вы догадались, что это очередной байт на комменты? Пишите в комменты, какой это будет трюк. Нет, я не угадал, кстати. Я думал, что это будет вип. А, ну ладно. Хрена себе тут прыгать, конечно, да. А ты как вообще не зацепил ее? Не знаю. Она так не очень стоит, правда. Как я говорю, как ты не зацепил, зацепляю двумя колесами. Ну я уже и подвинул его, собственно. Ну, собственно, да. Воу. Выбирайте трюк. Что это? Что ты задумал? А, ну да, конечно. Ладно. Экстрим трюк. 360. О, май гад. 720. Что же я сделаю? Я напишу ничего. Да, как страшно. Ну, почти попал, в принципе. Колеса вот они вот... вот ну вот, там были. Близко, близко, в общем. В районе парка где-то, да? В районе парка. Че, погнали по даунским трюкам? Давай. А, нет. Сразу говорю, это был не бар, не бар был, не бар. Да все равно? Да. Тэп. Шансы разъебаться стремятся к бесконечности. Ну, я попал. Это что было? А ты не сделал? Нет. Ну ладно. Да, блядь, конечно. Да ладно. Сука, блядь, какой мудак. На такой хуйне слить, ну ты вообще. Я боюсь дергать паник, потому что мне кажется, что когда я сделаю вот это движение, я просто так рулеваю. Да давай разок. Чё? Разок. Экстра бау. Как говорит, добрый там. Дай 5, топ-5, вот это вот. Ну вот это, хуйня. Он сделал банник, он молодец. Буква, пацаны. Ей, заказываю, короче.
Я был близок. Нет. Окей. Ну, вы поняли, ребят. В моей задумке я представлял, что я красиво заеду. Элегантно. В середине, элегантно заеду, встану по центру, сделаю барспин и элегантно съеду. Но нет. Что, может быть это что-нибудь опозит? Просто уже не знаю, что на этой херне можно заказать. О, я придумал полную хуйню. Это максимально тупой, максимально не эстетичный и очень мерзкий трюк. Ты не поверишь, но я тоже об этом задумывался. Потом мне пришла в голову идея с ванной. Ну да, конечно. Конечно, трюк классный, да. Блять, ты что? Бля, братан, это третья буква. Да. Итак. На самом деле у нас просто кончились трюки. Мы будем считать, что байк завершен. Рама не сломана, потому что трюки были очень классные. Самокатерские. Мне, конечно, сейчас отпиздят нас. Понятно? А надо же сказать там, подписывайтесь на хуйню. Или мы будем еще снимать, давай как я раму. Еще поснимаем. Надо доломать рамы. Надо доломать раму.